Так, не трогайте мой телефон. Да я не трогаю вас. Ну, вообще вы нарушаете мое личное пространство. Да не нарушаем. А как же ковидные ограничения? Вы без маски. И рядом со мной на полтора метра отойдите, пожалуйста. Отойдите от меня на полтора метра. Пойдемте сюда. Так, раз туда пойдемте, значит, сюда привезут. Не хватайте, смотрите, он меня хватает. Да не хватает. Не хватайте вы меня. Я даже вам маску дам. Ну, мне не надо, вы что, я не больная. Я тоже. А вот так вот весело живем. Зачем? Здесь мешаете. Сейчас. Я мешаю? Чем? Здесь сейчас будут проводить охранное мероприятие. Тут приедут с собачками. Я мешаю собачкам. Я люблю собачек, не переживайте. На каком основании я должна уйти? Вы вообще кто? Мы объект здесь. Ну вы документы предъявите. Мы в стране с законами живем или как? Вот хватает меня и все за руки. Не хватаю вас. Так здравствуйте. А что это за крепкие объятия-то? Извините, но вы не в моем вкусе. Начнем с этого. Не надо меня трогать. Вот. Полтора метра. Вот человек нарушает дистанцию. 20.6.1 штраф будет вам выписан. Протокол на вас надо выписать, составить по 20.6.1. Ну, это если... Вы ко мне неравнодушны, да? А мы в общественном месте. Школа – это общественное место вообще-то. Это школа, а здесь же улица. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь вдруг они вспомнили, что здесь улица, после того, как выписали тысячи протоколов за то, что люди на улицах без масок. Нормальный ход конем. Законных оснований никаких не предъявляют. Что происходит? Вот как вот жить в такой стране, непонятно. Нам только пеняют на то, что мы не соблюдаем закона. Да, точно. Домогательство. Хотят посмотреть на вас еще. Зачем? Да вы и так попали в кадр. Ой, стеснительный вдруг стал. Нисколько. Да ладно, ну вот, помашите. Вот он, красавец, в кавычках. Окружают. Да, не снимайте. Ну, здравствуйте. Да. Не хватайте меня. Да, не хватает. А вот. Никто меня не хватает, ага. Чего вы так боитесь-то? Я не могу понять, что, какую я опасность представляю. Да смотрите, я даже не против. Без понятых можете прям осмотр провести, обыск. Куда вы хватаете? Я не хватаю. Отойдите, пожалуйста, от поля. Хватает меня. Представляете, телефон пытался схватить сейчас. Прямой эфир, понимаете? Я говорю, отойдите. Да. И врет еще. Еще и врут. Не трогайте меня, я на вас заявление. Где сотрудники полиции? Примите заявление, человек меня трогает. Вы почему бездействуете? Я не трогаю вас. Стою вот... Не надо обманывать. Как только я отворачиваю телефон, вы меня хватаете. Нисколько. Хватаете вы меня. Хотя бы смелость имейте признать это. Руки в кармане. Еще и трусите. Нисколько. Ну, в отличие от вас, я хотя бы не трус, а вы трус. Отойдите, пожалуйста. Куда? На каком основании? Документы мне предъявите, на основании которых я должна отойти.